пообедали, поплыли дальше. И тут огромная поляна, смотрите, какие красивые, как это называется, лилии. Поляна с лилиями. Видели сейчас только что лося в лесу огромного, но только без рогов, молодого оленя. Смотрите, сколько много лилий. Видели еще или выдру, или бобра, она прям плеснулась прям под нами и в нору ушла. Вот, тут совершенно дикий лес какой-то. Да-да-да, вот она красивая, смотрите, какая, вау. Красота тут распускает, он под водой там всплывает. Короче, нам километров 6 еще плыть до ближайшей деревни. Заплыли в очень глухие места. Ни людей, ни дорог, тишина и спокойствие. Вот, а ребята где-то отстали, будем их ждать около магазина.